Быть или не быть новому зданию прокуратуры на месте старого особняка купца Михайлова. Общественники делают все, чтобы историю сохранить. Скоро их встретит родная вода. Как преобразился Бийский бассейн и когда его откроют. Современное искусство непонятное, но интересное. По выставке «Азарта» прогулялись наши корреспонденты. В эфире наши новости, в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Барнаульские общественники намерены вернуть зданиям на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской статуса памятников. Таким образом, они надеются спасти старинные строения. Напомним, на днях стало известно, что на месте бывшего особняка купца Михайлова может появиться 8-этажное здание Алтайской прокуратуры. Насколько велики шансы сохранить здание в историческом центре Барнаула, выяснял Илья Кочетков. Надежды рухнули, признается историк и общественник Данил Дегтярев. Эти два здания, в начале прошлого века принадлежавшие купцу Михайлову, не имеют статуса памятника, а значит, законом не защищены. Накануне активистам пришел официальный ответ от Алтайохранкультуры. Постановлением Алтайского краевого совета народных депутатов от 3.10.2006 усадьба лишена статуса объекта культурного наследия. Это подтверждает и ответ самой прокуратуры. На территории, отведенной под строительство, памятников нет, а значит, закон нарушен не будет. Тем не менее, Дегтярев уверен, лишение зданий охранного статуса было как минимум несправедливым. Дом купца Михайлова, в общем-то, сохранил свой почти первоначальный облик. На нем сохранилась интересная деревянная резьба, что вообще не характерно для кирпичных зданий, в принципе, нашего города. Если раньше таких зданий было довольно-таки много, и архитекторы, искусствоведы могли выбирать какие-то наиболее эстетически ценные, то теперь я считаю, что вообще все здания той эпохи, при их приведении в нормальное состояние, то есть после их реставрации, достойны быть памятниками. Активисты уверяют, у этой истории есть еще один аспект. Дело в том, что исторический центр Барнаула буквально зарастает высотками, а если и здесь появится 8 или выше этажное здание, то Барнаул, каким мы его знаем, необратимо исчезнет навсегда. Изменится, как уверяют общественники, далеко не в лучшую сторону. Мы поинтересовались у простых барнаульцев, стоит ли, по их мнению, сохранять старинные здания. Облик Барнаула, ну, хотелось бы, чтобы сохранился. Он же все-таки у нас с историей город, а не новостройка. Будет очень жалко, если его снесут. Считаю, что можно было бы найти вот зданию применения и сохранить исторический облик города. Тем временем Данил Дегтярев с единомышленниками-общественниками намерен в ближайшее время ходатайствовать о возвращении этим зданиям статуса памятников. По его словам, согласно закону РФ об объектах культурного наследия, сносить выявленный культурный объект до проведения экспертизы запрещено. Так что надежда сохранить усадьбу Михайлова еще есть. Илья Кочетков, Александр Антропов, наши новости. А вот в Бийске откроется бассейн. Нет, строят новое спортивное сооружение, а в Наукограде не будут. Просто завершаются ремонтные работы в бассейне «Дельфин», и подрядчик уже находится на финишной прямой. Возможно, в конце месяца в «Дельфине» начнутся занятия. Напомним, год назад в Бийске закрыли плавательный бассейн. Во время тренировки произошло обрушение части потолочной конструкции. К счастью, никто не пострадал. После здесь начался ремонт. Изначально планировали заменить плиты, но было принято решение отремонтировать также душевые и раздевалки. Кроме того, произведена гидроизоляция чаши с заменой керамики. Плитки. Сейчас остается совсем немного завершить монтаж ограждения вышек, сделать новые сходы в воду. Добавим, что в процессе ремонта учитывали пожелания горожан, тренеров и спортсменов. Наши дети, они ждут, не дождутся, когда придут в родные стены, на родную воду и тренера, естественно. Ну и народ постоянно приходит, интересуется. Мы вот, кстати, нынче планируем в этом году на летний сезон не закрываться. И еще одна новость из Бийска. Житель Наукограда вошел в число лучших инженеров России. Звание лауреата Виктор Степанов получил в номинации «Техника военного и специального назначения». Наша съемочная группа познакомилась с изобретателем. Виктору Ивановичу 81 год. Из них 53 – это непрерывный стаж работы в Федеральном научно-производственном центре. Сюда он попал после окончания Челябинского политехнического института. Подсчитывая, вот сколько я прошел вот этот путь за 53 года,
Ну, у меня вот получилось порядка 77 тысяч километров, это туда и обратно. Но учитывая, что я прихожу, ухожу на работу и на обед также. Идешь на работу, у меня, наверное, не было такого дня, чтобы я шел не с желанием. Ну, трудности, конечно, они вот есть, знаешь, что этот день будет трудный. Ну и когда вопросы решены, возвращаешься домой уже довольный, настроение хорошее. Здесь, если все хорошо, значит дома нормально. Предприятие, на котором трудится Виктор Степанов, выпускает изделия специального назначения, функциональность которых необходимо подтверждать. Продукция проходит через руки инженера. Благодаря разработке бичанина характеристики удается получать с помощью датчиков. Прежде чем изделие допустить к производству, мы его теоретически делаем определенные расчеты. Чтобы вы понимали, сначала все это делается прогноз в математических моделях. Но дальше любую математическую модель надо подтвердить какими-то условиями эксплуатации. Снять характеристики и подтвердить, что эти условия воздействуют на данное изделие. Разработки Виктора Ивановича по достоинству оценили на предприятии и выдвинули его кандидатуру на всероссийский конкурс «Инженер года 2018». В результате он получил звание лауреата в номинации «Техника военного и специального назначения». Награда прибыла из Москвы, и сегодня она нашла своего героя. В отрасли у нас принято носить такие значки. Ну, это, наверное, номинации как бы вот «Орел», «Двуглавый», все как положено. И внизу подпись «Инженер». Виктор Иванович. Анастасия Бертенева, Алена Кисеева, Иван Зяблицкий. Наши новости. Они тоже нашли своих героев. Для кого-то это природа, для кого-то увиденные сны. В Барнауле продолжает работу молодежная выставка «Азарт Сибирь-2019». Посмотрела на работы и пыталась понять современное искусство Дарья Эйдемиллер. Так выглядят ночные гости Достоевского. Это триптих работ Всеволода Суслова из города Новокузнецка. Сейчас мы находимся на межрегиональной молодежной выставке «Азарт Сибирь-2019». И сегодня мы попробуем разобраться, что же такое современное искусство. Самый лучший способ разобраться в современном искусстве – это встретиться с их авторами. И сегодня мы поговорим с тремя молодыми художниками, которые расскажут, был ли какой-то скрытый смысл в их работах. Почему, Иван, вы решили изобразить конверты? Что это значит? Есть ли в этом скрытый какой-то смысл? Есть. Вообще тема очень такая историческая. Это в 1942 году Монголия помогала нам посылками, вещами, теплыми вещами во время Великой Отечественной войны. Картина про деревенский быт была вообще проблема о том, что деревни вымирают. Почему и называется это «Почти забытый мир»? В этой части это как бы, ну, кто-то, не знаю, люди, которые смотрят, называют какие-то рождения, или что, типа так сорождается. На самом деле это скорее перерождение. И во что она перерождается? Ну, из поганого либерала в прекрасного коммуниста, например. Вот как-то так. «Азарт» проводит уже 13 лет, поэтому сегодня не осталось участников, которые выставлялись в первый год проведения биеннале. Вообще здесь представлено творчество авторов от 18 до 35 лет. Среди них есть также студенты профильных колледжей и университетов. Я бы не сказал, что экспозиция этого года значительно превосходит экспозицию прошлого проекта по качеству, по содержанию самих работ. Но по тому, как это сэкспонировано, по тому, как это подано, безусловно, наша экспозиция не идет ни в какое сравнение со всеми прошлыми. Очень часто на выставке попадаются работы, непонятные неподготовленному зрителю. Вот, например, работы из серии «Толпани», так и называются. А вот здесь работа, которая называется «Барнаул вне времени и пространства». Давайте попробуем заставить наших художников угадать, как их коллеги называют свои работы. У вас есть предположение, как может называться вот этот экспонат? Ну, я смотрю, что очень много здесь тематика голубиная. Может быть, это как голубиный Инстаграм. На самом деле, вы близки от истины. Это Инстаграм обычного голубя. Ну, как назвал, не знаю. Я вижу здесь какие-то либо вороны, либо чумные доктора вот эти, которые с клювами ходили. Тут как бы вот нарисовано одно, а с названием выдумал совсем другое, которое как бы вот не быстрое такое, то есть не очевидное. Картина называется «Нелетная погода». Всего на выставке «Азарт Сибирь» представлено более 600 работ. Это графика, живопись, графический дизайн и скульптура.
Участвует в этом году более 200 молодых авторов. Их конкурсные произведения разместились в трех выставочных залах. И если я скажу, что Барнаул на целый месяц стал столицей современного сибирского искусства, это будет чистой правдой. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. Наши новости. А я добавлю, что «Азарт Сибирь-2019» в этом году работает на нескольких площадках, а имя победителей конкурса мы узнаем 15 апреля. Между тем, в Барнаул пришла крымская весна. Студенты краевой столицы отпраздновали пятилетие с момента присоединения полуострова к России ярким флешмобом. Раз, два, три! На нулевом километре звучали знаменитые лозунги, было много шаров и массовое построение в слово «Крым-5». Так бойцы и ветераны студотрядов, а также ученики спортивных школ города вспомнили события 2014 года. Нам сказали в отряде, что надо сходить и сделать. Крым же – это часть России, я патриот своей страны, поэтому я здесь, чтобы все увидели, что мы их поддерживаем и мы их любим. До премьеры ровно месяц. Это я уже о проекте «Большая сцена». Участники активно репетируют по группам, а в свободное время все вместе гуляют по зоопарку. Экскурсию для новоявленных актеров провел лично директор Сергей Писарев. Слушали и смотрели, затаив дыхание. Менеджеры, юристы, бизнесмены на время забыли про репетиции и целый час посвятили прогулке по зоопарку. Сергей Писарев рассказал подробно практически о каждом обитателе. К примеру, о кенгуру с мужским именем Чак. Мне звонят работники, говорят, у нас ЧП. Я говорю, какое ЧП? Они говорят, Чак родил. В программе не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир хищников. В клетку с тиграми, конечно, не пустили, но драйв и адреналин артисты большой сцены испытали. Медведи, тигры и пантеры – все звери на расстоянии вытянутой руки. Участники экскурсии в восторге, некоторые из них впервые в зоопарке. Тот проект, который затеяли, нас он и так сблизил очень сильно. А все вот эти походы в зоопарк, не то что сближают, они помогают увидеть наши характеры, помогают режиссеру в данном случае увидеть нас, может быть, с другой стороны, в более какой-то непринужденной обстановке. Привет, привет, мой хороший, привет, привет, на. Удивление, заинтересованность, неподдельные эмоции и фотографии на память. Участники проекта на время почувствовали себя детьми. Для многих эта экскурсия стала настоящим весенним подарком. Нужно объединяться какими-то интересами, душами, близостью какой-то. И вот мне кажется, это уникальная возможность быть здесь и сейчас. Спасибо и руководителю зоопарка, и журналу «Автограф» за предоставленную возможность. Мы здесь с детьми, мы здесь с коллективом. Очарованные участники проекта остались не только животными зоопарка, но и экскурсоводом. Искреннюю любовь Сергея Писарева к своим подопечным заметили все. Кстати, директор зоопарка сам дважды участвовал в большой сцене, и как никто знает, что театральная труппа должна встречаться не только на репетициях, но и вместе отдыхать. Уже прошло несколько лет, но мы до сих пор с участниками общаемся и в социальных сетях. Они приходят сюда, мы встречаемся. Это интересно, это новые люди, это новые знакомства. Это всегда очень здорово. Впереди у участников еще одна экскурсия. Им предстоит побывать за кулисы краевого театра драмы. А уже 18 апреля артисты большой сцены сами предстанут перед зрителями. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. А сейчас немного полезной информации. Весна – время перемен. Многие жители города именно на этот сезон планируют свой ремонт. Банк «Восточный» расскажет, как отремонтировать квартиру по цене проезда в автобусе. Ремонт. Именно его в этом году планирует почти треть россиян. И самое подходящее время для этого – весна. Мы решили выяснить, сколько планируют потратить на ремонт жители нашего города. Планируем потратить очень мало. В пределах 100 тысяч. Я планирую уложиться 1200, вот, примерно так. Ну, плюс-минус там. Может быть, что-то придется докупать потом еще. Половина от стоимости квартиры. Больше миллиона. Экономить на ремонте себе дороже, тем более, когда есть те, кто готов помочь в поиске средств на качественные стройматериалы и работы. Весной растет количество клиентов, оформляющих кредиты на ремонт. Их, а также всех, кто планирует крупные траты, мы приглашаем в Банк Восточный 20 и 21 марта. В эти дни банк работает до последнего клиента, а условия выгодные. Можно взять кредит с платежом всего от 30 рублей в день.
Таким образом, ремонт можно сделать по цене проезда в общественном транспорте, если вовремя воспользоваться помощью банка. Прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза «Банк Восточный». Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успейте оформить кредит в «Банке Восточный» по ставке 9,9% до конца марта. На большую территорию края вернулись минусовые температуры. В Белокурихе Алейские камни на Оби минус 5. Холоднее всего в Заринске до минус 7. В Барнауле днем небольшой снег и минус 5. Напоминаю, телефон редакции 722-440. На этом прощаюсь. До встречи.